Здравствуйте, дорогие друзья! В сентябре 2020 года совместно с Евгением, автором канала «Разгадки истории», мы производили эксперимент по выплавке железа из руды. Вообще, это была уже вторая попытка. Первый раз мы пытались выплавить железо из руды еще в марте 2020 года. Но тогда у нас получилось только отжечь руду. Одна из ошибок, допущенных нами в марте, была печь, сложенная кое-как, и отсутствие горячего дутья. В этот раз мы учли прошлые ошибки и подошли более ответственно к постройке печи. Ее схему вы сейчас видите на экране. Конечно, ей далеко до доменной печи в ее классическом виде, но все принципы работы доменной печи были соблюдены. Загрузка сверху, горячее дутье снизу. Эта печь имеет ядро из огнеупорного кирпича, а также тепловую рубашку из обычного кирпича и дополнительную печь для нагрева воздуха. Кладка огнеупорного ядра осуществлялась на огнеупорную глину. В этот раз плавка удалась, однако также не обошлось без нюансов. Но о процессе плавки, как в первый раз, так и в этот, будет рассказано в другом фильме. Там подробно расскажем и покажем, что у нас получилось, а что не получилось и почему. Сегодня же хотим вам показать сам процесс постройки этой печи. Под прекрасную музыку Олега Тихонова вы увидите все этапы ее постройки. Друзья, пишите в комментариях ваши замечания, что было сделано не так и как можно было улучшить. Приятного вам просмотра! Выкопав яму, наложили в нее камней и залили цементно-песчаным раствором. Через 3 дня приступили к кладке самой печи. Первый ряд выкладывали на цементно-песчаный раствор, все остальные ряды на глиняно-песчаный. Огнеупорные кирпичи ядра выкладывались на огнеупорную глину.
Параллельно постройке основной печи рядом строилась печь подогрева воздуха, которая представляет собой обычную подовую печь, без колосников и поддувала, как обычный камин. Справедливости ради должен отметить, что в первом ряду по углам были оставлены небольшие зазоры для лучшего поступления воздуха в топку этой печки.
На ночь всю стройку закрывали полиэтиленовой пленкой для защиты от возможного дождя. На самом деле поверхность ровная, без уклонов, просто штатив неровно встал. Не обращайте внимания на комочки в глине. Эти комочки и есть глина, которая не перемешалась, даже несмотря на то, что мешали ее перфоратором со специальной насадкой. Эти комочки глины в данном случае рояли не играют, так как к красоте мы не стремились, и на 2-3 плавки герметичность швов будет обеспечена, а большего и не требуется.
Из-за глюка карты памяти кадры постройки шамотного ядра странным образом не сохранились. Когда заметил, что на камере мигает индикатор ошибки, было уже поздно, шамотное ядро сложено. Поэтому другой камерой заснял то, что имеем, и то, что вы видите сейчас. Вот в таком виде была наша печь к концу этого дня. Thank you.
конечном счете, вот что получилось. Как я уже говорил, печка работает, и результат мы получили. Железо из руды выплавили. Но сама оплавка со всеми подробностями будет показана в одном из следующих фильмов. На этом я с вами не прощаюсь. Благодарю за то, что досмотрели до конца. Не расходитесь далеко, у нас еще много интересного. Всего вам доброго, до скорых встреч!